В этой серии мы посмотрим картины и обсудим немножечко искусство, поэтому я вам желаю хорошего просмотра, это будет интересно. Давайте начнем. Итак, первая картина, это у нас Клод Мане, это какой-то, видимо, городской пляж, люди загорают, причем, обратите внимание, они на жаре, но в одежде. Слишком необычно, много небольших парусных тут кораблей, маленьких яхточек. Клод Мане, так она выглядит, на самом деле, какое-то движение, то есть видите, заметьте, здесь уже кораблики, они имеют паровые двигатели. Это довольно классно. Плюс это лето, это цветущие какие-то кусты. Есть еще вот такая картина, «Красные рыбки» называется. Казалось бы, да, я завтра нарисую такое, но нет, ребята, так просто не нарисовать. Заметьте, цветы здесь, вообще растения в горшках, они деформированы и не соответствуют по размеру, скажем, вот с этими подорожниками какими-то. Плюс рыбки слишком гигантские, а это же всего лишь как стакан. Ну, то есть, либо такого вида аквариум. Ну, просто рамка картины, на самом деле, не напряжная. Для в доме почему бы и не поставить такую. Альбом Muse, не помню какого года, наверное, это под микроскопом растения, как этот одуванчик, скорее всего, с такими вот многочисленными деталями, плюс это все обрабатывается, ну и, собственно, вот такой вот домашний постер. Еще вот такой вот Дарт Вейдер календарь. Мне кажется, каждый в доме хотел бы себе вот такую вот штуку подобную или что-то типа того. Это Бэтмен. Если висит такое дома, то не скажешь ничего плохого там. Вот типа отстой. Но такого не будет. То есть Бэтмен в комикс-стиле. Вот еще один постер. Конечно, много людей слушает, респектует. Но The Beatles в рекламе не нуждается. А эта вещь вообще одна из самых моих любимых. Ну, во-первых, рамочка привезена из Турции. Очень красивая, на мой взгляд. Рисунок. Картина, она на самом деле открытка. Мы ее врезали и сюда поставили. У нас есть кот. И вот он похож на вот эту картину. Это Юрий Татьянин. Не суть важно, кто это. Важно, что это вот такая вот картина. Сделана такой краской, знаете, вот плотной, как в детстве красили детские площадки, скамейки. И вот здесь вот такая краска применена. То есть какая-то краска по дереву, видимо, с очень большой плотностью. Такая прям смачная. Собственно, нет, здесь все просто. Но в этом есть что-то классненькое. Я был на выставке. И знаете, во всем большом музее выставка вот именно этого художника мне больше всего понравилась. Очень весело. Туда заходишь, попадаешь как будто в другой мир. Там инсталляции, выставка полностью Юрия Татьянина. Большие работы, малые. Что-то он хочет сказать этим или нет. Дело в том, что это классно. Ты чувствуешь добро. Что еще нужно, чтобы испытать там радость там, от просмотра какого-либо искусства? Космос наш написано здесь. Это либо звезда, либо комета, либо ракета Советский Союз, которая летит в небо. Ну и все, наверное, стало времени показать супер-мега работу мою последнюю. На этой работе я, скорее всего, подведу небольшой итог и объясню, почему я все-таки решил оставить этот стиль. Дело в том, что намечал я грандиозную работу не в виде вот этого паровозика. Скорее, я хотел сделать какую-то работу, вещь художественную, смотря на которую человек бы о чем-то задумывался. Но здесь не получилось. То есть не получилось именно сделать с помощью этого стиля то, что я задумывал. То есть у меня были многие идеи, но я перестал думать о них. В общем, сделал так, как сделал. Вот решать вам, на самом деле, паровозик очень детальный. Это самая большая работа моя. Я ее делал где-то около 4 месяцев. Не знаю, видели ли, где вы такое еще. Я не знаю. Но фишка в том, что да, эта вещь действительно прикольная. Вообще, на самом деле, хорошо не знать теорию, технологии искусства. Если вы знаете историю, теорию, вам будет сложно создавать что-то, то, что не было, того, чего не было никогда до вас. То есть художник всегда в поиске идеи, потому что, знаете, бывает искусство, это три буквы. И так заходит хорошо. То есть дело тут не в том, кто дилетант, а кто профессионал. Скажем, я, например, сделаю эту работу,
Насколько я сделал ее профессионально, что я хотел этим сказать, непонятно. Вот сейчас я уже погружаюсь, так сказать, просто задумываюсь больше об идее, для чего это нужно. То есть у меня были идеи, как сделать из этого что-то то, чтобы заставляло человека задумываться, но потом я перестал, потому что сама по себе работа, она уже заставляет задумываться. Тут не нужны детали особо, она и так сама супер детальная. Здесь, скорее всего, знаете, это памятник, наверное, не перфекционизм, а именно, наверное, задротство, извините. Это задротство, то есть это кропотливый труд, вот и все, больше ничего. А то, что это паровозик, ну да, если задумываться о деталях, да, эти колеса, они геометричные. Если присмотреться, вот здесь есть еще такие перемычки. Геометрия, которая вот, например, здесь расширение идет. Здесь как бы заужение, здесь один круг, второй круг. То есть, ну вот, две фары, не знаю. То есть нет, есть детали очень сложные. Вот, например, здесь вот вы увидите как бы спицы. Такие спицы колес, крыша, там труба. То есть, ну и получилось, собственно говоря. Вот. И на этой работе я, пожалуй, закрываю уже полностью этот стиль. То есть он будет существовать, но развиваться, я думаю, в этом стиле я не хочу. У меня есть еще другие работы, они поинтереснее. Сейчас я придумываю вещи из других материалов, так что... Ну вот, наверное, и вся лекция об искусстве сегодняшняя. Смотрите следующие выпуски. Ну и увидимся, ребята. До встречи.